нас с правой стороны, как я понял, это база ихняя, да, там? У нас с правой стороны место, с которого можно бросать вперед. Хотя... Все, мы меняем курс на высадку, высаживаемся в районе их респа. Да, план меняется. Прям теперь. Они нас не слышат. Неужто? Следите за горизонтом. Паша, Паша, отбой. Ни в коем случае. Что такое? На радарах как раз как я говорил, где маяк, там контакт какой-то как. Мы в районе базы хотим высадиться. Вот. Вот маяк. Паша, ни в коем случае. Вот маяк стоит. Видишь его? Вот на возвышении стоит маяк. Вот он на нем говорит. И там контакт был. Который на 130. Ну блин, это далеко да, же. На 130. Блин, ну я не знаю, Паш, если у тебя есть желание, то... Мы зигзагом пойдем. Ну вот видишь пристань на 120. Да. Вот туда идем. Попробуй по ней отработать. А лучше сделать. Да, вот полки. Ну, с правой стороны сейчас нам скалы закрывают нас частично. О, есть, видите, стреляют откуда? Я понял. Это шилка. Да мы ее сейчас... У вас труба есть, мы ее сейчас загасим нахрен. У меня нет компаса здесь, он отключен. Она прямо открыта, на открытом месте стоит, Паша. Ее выйти сейчас, ее только обойти. А мы можем с правой стороны здесь, да, выйти сразу? Да, вот. Я, значит, каскавом беру сейчас сюда. Вижу, что-то шевелится. Где? Вот, не видно. Ага. На пляже, короче, человек как-то что-то. Понял. Значит, они уже знают, где мы высаживаемся. Но это не важно. Мы высаживаемся. Важно то, что мы сейчас их всех. Выпрыгивайте и за периметр держите. Ой, ты нахрен? Мы высадились. Двигайся. Подожди секунду. Слушайте, здесь где-то шилка. Паша, аккуратнее, ладно? Да. Потому что вражеские снайперы, у них, по идее, ВСС есть, да? Паша! Что? Я что-то на месте застрял. Блин. Зелень, ты косячнее, чем я. Не можешь ходить, все? Все, мне надо это. Так, все, тихо, сейчас. Осматриваю юго-запад, ничего не вижу. Все вижу, пристрелю. Можно? Вижу снайпера вражеского, юго-восток. Стрелять? Стреляй. Сейчас отдышусь. Сейчас он отдышит. Я не попал, он спрятался, но я его ранил. Азимут, скажи. Азимут на 220 от моей позиции, прям скалы, самый верх скалы, он там выполз и заполз обратно. Отдельно стоящие острова? Вон, видишь, вот на 220, вот там, где скала такая выпирает из камней. Едет что-то. Вот там, короче, херня. Слева что-то едет. 50 метров высоты. Слева едет, пацаны, что-то. РПГ. А у меня нету. Под огнем! Ребят, нужен дальномер.
Нужен дальномер срочно, я бы его тогда выбил спокойно. 750. Рати нет. Пипец. Так, держите снайпера, я пойду жилку уничтожу. Давай, ПЗ мне с тобой, дайте. Нет. Держите периметр. Или это не шилка? Урал, по-моему. Наблюдаю снайпера СВД, зашел за холм, движение к нам на 160. Сейчас выйдет из-за этой горы. Вот холм, видишь, прямо перед нами. Вот сейчас он оттуда выйдет. Вот слева, да. Прям на нас выйдет, слышишь? Слышу, слышу. Гасить надо его. Ушел от двух ракет. Ни хрена ты, Рэмбо. На 220, скалу смотри, понял? Принято. Взял вражеское СВД, бегу обратно. Взял вражеский жетон, это был игрок под ником Луковка. Луковка, Луковка. Плохой. Он, кстати, снайпер хороший. Фози, прием, ты живой? Фози мертв. Я наблюдаю двух пехотинцев возле разбитого вертолета. Сторона. Сейчас дам метку. Что? Дал точку, бита верт. Ты азимут, да, я никуда, я смотрю. Так, понятно. Саша, ты ковги хотя бы, ты живой, нет? Да, потому что тут каждый выстрел, мы уже думали, что мы тебя потеряли. Я не могу уничтожить эту шилку, потому что без битого верта снайпер по мне стреляет. Так, ребят, подходите вдоль берега ко мне, попробуйте убрать их. Сейчас будем их накрывать. Снайпер, я тебе скажу, куда ложиться. Подходите ко мне вдоль берега, где мы высаживались. Здесь камни есть, надо убрать снайперов. Принято. Аккуратно, вдоль берега. Прием, куда подходить? К лодке возвращайтесь и на 80 идите. Битый вертолет, вижу снайпера. Убивай. Убиваю, чё, помощь никак? Я не снайпер, я... Он стреляет в ответ, битый вертолет на подавление. Он стреляет в ответ, меня пока не попался. Там двое. Мне бы, ребят, дальномер, я бы убрал его спокойно. Вы можете мне дальномер дать, пожалуйста? Я вот быстро сейчас его порешаю и отдам. ПЗ, ПЗ. Или хотя бы скажите, сколько до этого засранца метров. Сейчас. Метров 300, наверное. 250 примерно.
Даже больше. 300, скорее всего. 350. По мне огонь, по мне попали, я сейчас умру. Где ты? От нас где-то 300. 150. Азимут какой? Ты... 70 примерно. Или нет, 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 нет. Сейчас потихоньку вглядываю, там будет вертолет Мишка битая. Вот в ней, прям в ней. Под хвостом. Паша. Слушай. Пипекс умер, да? Ранен. Где он? Не знаю. Паша. Что-что? Вы увидите его? Снайпера. Так, я на перезарядку. Вот это пошел за Пашей, да? Ой, за Пипексом. Да. Давить этого снайпера, я тогда смогу уничтожить. Пипекс умер? Да он ранен, сейчас придет в себя, полечится, перевяжется. Мне нужна поддержка, но не снайпер. А где снайпер? Он на Вивасте, сейчас покажу. А, Пророк, тебе что надо, подавить его? Да, я полечу. Сейчас, будет. Бежал, гад. А, Зилис, назад смотри, чтоб на в тыл не зашли, особенно вот сюда, да. Так, еще скала есть, когда тебя перемещу. Пророк, ты живой? Пророк, прием, ты живой? Да, жив. Попробуем еще. Сейчас, подождите. Как будешь готов, скажи. Стреляй. Они на меня отвлеклись, сейчас возможно. Пипик, ты живой? Пипик смертв. У меня тут техника подъехала с юга. Пророк, ты жив? Живой. Блять, под огнем ранен. У меня техника с юга, блин, на меня едет. Маша, след. Сожжем сейчас.
Подхожу к пристани. У меня джавелин, я с такого расстояния джавелина не смогу. Все у пипец было, попробуй найти его тут. Шилка приехала. Есть. БМП выпало. С вертолета снайпер работает. Я их сейчас обхожу, с юго-запада. Зиля, ты живой? Я ушел оттуда.